Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің кезекті сауалнаманың тақырыбы: Қазақстанда ксенофобия бар ма? Соңғы кездері көрші Ресейде Қазақстандағы ксенофобия тақырыбы жиі көтеріліп жүр. Оны тіпті қарапайым адамдар емес, Ресейдің парламенті, Ресейдің үкіметіндегі адамдар да біздің елімізде орыстарға қысым көрсетуде ксенофобия гүлдеп жатыр деген мәселені айтуды сәнге айналдырды. Біздің елімізде шынымен де орыстарға қысым бар ма? Елімізде ұлтаралық қатынас қандай деңгейде? Осы сұрақтың жауабын білу мақсатында бүгін біз елордамыздың көшелерінде сауалнама өткізіп, орыс халқы өкілдерінен мәселенің жауабын білуге тырыстық. Добрый день. Добрый день. Вас зовут? Людмила. Мы проводим опрос. Сейчас в соседней России стало модно говорить о притеснении русских, там в Казахстане обижают русских. Ну, я такое слышала, но я отношусь к этому так, что это неправда. Потому что у меня... Как живется русским в Казахстане? Прекрасно. Я училась в институте медицинском. У меня подруга казашка. Вот мы с ней дружим уже с 79-го года. Прекрасные отношения. Моя мама дружила. Правда, вот сейчас нет моей мамы, но она дружила всю жизнь тоже с Даригой. Вот, и я считаю, что у нас очень хорошие отношения здесь, не только казахов с русскими, но и с другими национальностями, и с евреями, и с корейцами. Я считаю, что Казахстан – это как раз такая страна, я это говорю искренне и от всей души, где людям очень хорошо. Вы самая русская, да? Я русская, да. И я никогда отсюда не уеду. И мои дети, тот сын тоже здесь живет, и он тоже никуда не хочет уезжать. У него тоже друг Нурлан. Вот, поэтому у меня, кстати, сестра родная, у нее фамилия Аймишева. Вот, и ее дочка записалась казашкой. Да? И я как могу, немного учу вот, ну, для того, чтобы работать казахский язык. Но по языковым вот, принципам у нас никто здесь никого не притесняет. Ну, не знаю, как всем живется. Мне как бы пока жаловаться было особо не на что. Увидели один ролик и раскрутили его на все это самое. Это обычные маргиналы, которые есть везде. Это небольшая кучка маргиналов, которые в интернет выкладываешь, чтобы себя раскручивать. И там в России давай это сразу распространять по всем каналам. На самом деле такого нет. Вообще Казахстан одна из республик, которая вот к русскому языку наиболее лояльно относится. Вот мы сейчас ходим, везде русская речь звучит, везде русские надписи есть. И я не знаю, Казахстан это первая, наверное, страна, даже может быть раньше, чем Лукашенко, которая высказала идею о том, что нам нужно жить вместе, экономики объединять, потому что у нас историческая общность. Поэтому вот эти вот провокационные ролики, я бы, не знаю, я бы ввел за них какое-то наказание вообще. Ну, не знаю, я подписываюсь под каждым словом, вот не чувствую. Хожу по магазинам, где-то бываю, пока, слава богу, не чувствую абсолютно никакого. Да я пенсионерка, я дома сижу, меня что будут обижать? Не знаю, я такого не слышала, как бы. Мне кажется, русский, казах, без разницы. Ну, не слышала такого, что притесняли. Я не слыхал такого. Я не слыхал такого, чтобы это русских обижали здесь или что тут. Я не слыхал. Мой среди детей там другое дело, а то я не слыхал. Но у нас вот я сижу уже, по-моему, уже 2 года торгую, но такого не слыхал. Не слыхал, чтобы это... Ну, я сделаю, если по-казахски там что-то сказать тебе, я не это не скажу, а по-русски я понимаю. Ну, чтоб где-то что-то пойму по-казахски. Вот. А так я не слыхал такого, не слыхал. Чтобы это русских выгоняли или там ругали, там не слыхал я, не слыхал. По крайней мере, я давным-давно на себе почувствовала, что мне в автобусе сказал один молодой мужчина, но это было давно, правда, что это типа того, что вам русским тут делать нечего. Вот последнее время я работала, и никакого притеснения не было. И сейчас, вот я на пенсии, я не чувствую никакого притеснения, вот честно говоря. А это вот по молодости как-то, а что сейчас говорят? Ну, говорят, кому как выгодно, тот так и говорит, я вам скажу. Так, на это, вот.
Ну, я никакого притеснения не чувствую. Я живу спокойно. Никаких проблем нет. Никаких. Нет. Ну, кто меня обидит? Кто меня обидит? Да, живется хорошо, вообще вытеснений нет. Ну, я думаю, вообще, вот эта вот вся политика, это плохо. Ну, казахский всегда был народным, он всегда и останется вытеснением, нельзя казахство. Нет, не было такого. У меня такого не было. Все отлично. Ну, люди разные. Если кто-то один кричит, что там ты такой-то, там убирайся в свою Россию. Ну, было такое, да, как-то в банке. Ну, это просто человек, который немножко это... У него, наверное, не все дома, или у него такой характер. Она просто лезла без очереди, и когда ей сказала, начала орать вот это. Ну, то есть это вообще сюда как бы... Да ничего, нормально. Да, не знаю. Не обижают? Вроде бы нет, не обижают. Точно? Точно. Мы работаем в коллективе казахском, нормально все. Уже давно мы тут старые жители уже. Нет, не было, никогда не было такого. У меня половина друзей казахи, половина у нас родственники казахи. Так что как бы тут уже... У меня сын казах, точно. Со мной не было. Как сейчас? У нас есть ксенофобия по отношению к русским? Я даже не знаю, но говорят, что вроде как есть, говорят. Но со мной вот, не было. Нет, не было среди моих родственников. Это, я сейчас не общаюсь, вот когда начался этот коронавирус сильно со знакомыми. По телефону только, ну, по крайней мере, не было. Все хорошо, да? Да, работает. У меня внучка работает нормально, дочка работает, в школе работает. Ни разу не говорила о том, что она заведующий, не говорила о том, что там у нее притеснение. То есть это там высказывание о том, что притесняет русских, это все ложь? Да, наверное. Я тоже так думаю, что, может, кто-то с кем-то поругался, да знаете, бывает же, всякое бывает. Так что... Нет. Нет. Я слышала, что, да, говорят такое, но как бы я не сталкивалась с ней. Нет, не было. Никто не говорил, нет. Вообще, как сейчас живется русским в Казахстане? Ну, как и всем, мне кажется. Как и казахам, как и всем национальностям. Нет, мне никто не жаловался, по крайней мере, что было притеснение. Но я знаю, что многие уезжают, вот у нас бывшие. Из-за чего уезжают? Уезжают, не знаю, ничего не говорят, молча. Даже и вот как постараются втихаря уехать, и все. А какая причина? Ничего не знаю я, какая причина. Некоторые знакомятся, уезжают в Россию. А некоторые соединения с семьей как бы. А вот у меня была знакомая, она собиралась уезжать, но осталась и сейчас живет спокойно и никуда не собирается. Так что у всех свои причины. Но это как живется русским сейчас в Казахстане? Ну как, ну нормально живется. Я не знаю, что... Может, у кого-то есть какие-то претензии. Ну, знаете, каждый же человек индивидуален. Поэтому отвечать за всех я не могу. А за себя я никаких пока... Мы дружим с казахами. А что нам делить-то, в принципе? Вот я например... Дружба есть. Да, дружим. Я не знаю, как нам в гости приходят, и мы ходим. Да нет, в принципе, никогда. Я здесь вырос, родился, нет друзей куча. Не знаю, никогда не было такого. Нет, никогда. Может быть, какие-то проявления есть, людей же много разных. То есть, ну, естественно, я слышал про такое, и как бы, ну, и люди слышат. Тут же от людей зависит, то есть... Я так считаю, что среди любой нации есть ненормальные люди, конечно, поэтому как бы... У вас был такой случай, когда среди ваших знакомых или родственников там что-то сказали там? Наверное, нет. Не вспомню. Да нормально, в принципе, все, да.